Так, друзья, находимся на острове Кипр. Такой вот у нас здесь пляж. Вот, очень много здесь русскоговорящих. Огромное количество. Вот, вода здесь. Вода, естественно, теплая, но такая немножко мутниковая. И, как видите, люди вон, то есть как бы находятся в море, но вода не глубокая. Я имею в виду, начало не глубокое. То есть, чтобы зайти глубоко в воду, это надо вон туда конкретно так пройтись. Вот, название этого пляжа не знаю, к сожалению, но остров этот Кипр у нас. Это точно знаю. Такая вот здесь штука проходит. Как этот город называется? Ларнака. Как? Ларнака. Ларнака. Ларнака называется этот город. А этот пляж у нас как называется? У него нету, да, названия как такого? В общем, город Ларнака. Пляж, обычный пляж. С таким красивым морем. Вообще здесь вода какая-то хорошая. Она прямо такая теплая, теплая, да. Да, что-то мелко. Там дальше. Да. Видишь, она как далеко заходит еще. Ага. Неглубоко. Как в южном. Чтобы нормально искупаться, надо конкретно идти, да. Мне кажется, там и крепость, там еще что-то. Мечеть. Разные строения. Да. Да, мечеть даже вон там. Надо будет узнать. Старая, кстати. Мечеть или не мечеть. Так, ну что, пока выключаюсь. Такой маленький зарисовочек пляжа. Сейчас просто снимаю на телефон, поэтому я не знаю, как будет качество, но вот такой вот пляж. Такой песок, видите, и немножко камни есть. Вот, смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.